Представьте, Панченко Виталий Васильевич. Год рождения? 12.02.88. При каких обстоятельствах попал в плен? Защищали ферму. Был район? Район, где это город Сучев. Был стрелковый бой, остались в плен, потому что всех убили, мы оставили двоих. Кому сдали в плен? Подразделение Ахмат. Спецназ Ахмат. Спецназ Ахмат. В чем подозреваешься? Подозреваешься в незаконном проникновении на другое государство. И похищение граждан Российской Федерации. Похитили гражданских. Куда, короче, вывезли? На блокпост передали военнослужащим. Блокпост где находится? Далеко от СУМ. Территория Украины? Территория Украины. Зачем похищали гражданских? Я не знаю. Наша пехота взяла их в плен, мы их перевозили просто. Какие, для чего, я не знаю. Убивали? Нет. Били? Да, тогда убили. Зачем били? Тебя били? Нет. Когда мы с тобой встретились? Что мы сделали? Вы хорошо относились ко мне. Сделали мне перевязку. Кормили. Вода, сигареты. Мы с тобой, я с тобой лично общался. Да. Наш командир с тобой общался. Все отлично. Никаких у нас нету. Мы не бьем пленных, не издеваемся, оказываем помощь. Получали приказы в самом конце, ну, перед выездом уже. Перемещались из села в село, это на Сумской области. Потом уже 8 числа мы сказали, что переезжаем на территорию России. И 9 мы пересекли границу и поместились здесь в отеле, недалеко от Суджи. 5 дней там мы жили, потом получали приказ зайти на ферму, зачистить. Ты говоришь, ферму зачищали, от кого зачищали ферму? Я не знаю, нам сказали, что там пришла уже наша бригада 80-я. А нам просто надо пройтись и просмотреть все здания, ну, что там никого не осталось. Все. Мы... А гражданских встречали? Нет. Откуда забирали гражданских? Забирали гражданских? Наверное, из Суджи. Ну, там дома были двухэтажные, поселок какой-то. Я не знаю, или это Суджи, или пригород Суджи. Почему белых гражданских? Потому он залазил медленно, что-то не получалось, и кто-то на эмоциях ударил. Первый пошел, второй пошел. Давай быстрее, сука, перебирай. Голова, давай. Ты держи. Я не могу объяснить просто, зачем я тоже ударил их. Хорошо, мне стыдно очень. Что это? Стыдно очень. Ну уже что было, то было. Когда зашли на территорию РФ, Суджи, радиарством занимался? Грабил магазины, дома? Дома не, в магазин заходили, продукты брали. Как ты столкнулся первый раз с подразделением вооруженных сил Российской Федерации в бою? В бою? Конечно. Ну, это вот было как раз, когда меня в плен взяли. Это первый мой стрелковый бой был за всю службу. Страшно очень было. Попали в засаду, ребята там подготовленные. Красиво все сделали, отлично нас взяли в кольцо. Страшно. Попал уже на войну сюда. В прошлом году, в апреле месяце, принесли повестку домой. Собирался утром на работу, пришло ТЦК и принесли повестку по месту жительства домой. Эти ТЦК уже обнаглели, с автобуса вытягивают, и пацанов грузят в бусы. И на улицах, и везде тупо словили, не спрашивая ни документа, ничего, загрузили, повезли. И поэтому с ними уже начали местные, ну, мужчины бороться. Я хочу передать тех, кто еще остался на родине, чтобы не шли сюда, на Россию. Здесь нет никаких плохих людей, ничего. Здесь мирные жители.